Казань, Саранск, Нижний Новгород и Самара принимают матчи чемпионата мира. Во многом переезд между этими городами будет осуществляться не только железнодорожным транспортом, не только самолетами, но и автобусами. Это на относительно небольшая протяженность, ну, в среднем, да, 400 километров. И существует определенный регламент по въезду на территорию этих городов. В основном это касается оборудования автобусов, системой навигации «Аэроглонасс», который, соответственно, будет отслеживать перемещение этих автобусов, и он будет фиксироваться на подъезде город на постах ГИБДД. То есть автобусы без такой системы в город пускаться не будут? Без такой системы и без регистрации на сайте транспортной дирекции России 2018. В город допускаться не будут? Да, в город проведения чемпионата мира.